Днем 10 апреля студенты 9 учебных заведений Омска смогли получить дополнительный заряд бодрости. Массовая зарядка вдоль РТШ прошла в рамках Всемирного дня здоровья. Александр Сафин, известный мячам по уличным кроссфит-тренировкам, попытался привлечь молодых людей к занятиям физкультурой. Здоровый образ жизни – это не просто для себя, это здорово. Это ты выглядишь лучше, ты лучше себя чувствуешь. Гораздо приятнее, когда у тебя здоровый цвет лица, когда ты красивая форма тела. Как минимум отдышки нету, поднимаясь по лестницам там, на 5-7 этаж. Разминка, в которую вошли упражнения из комплекса тайбо с элементами аэробики, бокса, тэквондо, ободрила студентов перед началом учебного дня. Как выяснилось, для большинства утренняя зарядка – большая редкость. Мы очень рады, что сегодня появилась в нашем колледже такая возможность, как участвовать в акции, спортивной акции вдоль РТШ. Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь кикбоксингом. Мне нравится то, что у нас постоянно в колледже такие мероприятия проводят, то, что видно, что ребята, большинство все ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. И получается, все участники принимают такие участия. В массовой зарядке приняли участие вузы из СУЗы, расположенные вдоль реки Иртыш. Это медицинское училище железнодорожного транспорта, промышленно-экономический, педагогический и колледж транспортного строительства, авиационный колледж имени Жуковского, педагогический, аграрный и медицинский университеты, а также автодорожный институт. В общей сложности на утреннюю зарядку вышли около 600 студентов.